Буэнос диас, братва. И снова ядерный рассвет озаряет ваши экраны, а это значит, что мы сегодня идем торговать. Да, это экс-махина, поэтому садитесь поудобнее, берите ништячки и, наверное, поехали. Так, металлолом по 3 тройки, здесь его возьму по 4,85. Ну, до 450 можно смело. Удачи, Саныч, как же. Так, теперь нам надо доехать до Ольма. Там в Ольме закупиться нефтью, отвезти ее, сука, в Минин. Какая-то, блядь, там по мне настреливала, по-моему. Здесь-ка на всякий случай засейвлюсь. Опа. Да, у меня теперь КПВТ выбит из бандюка и вулкан. Я, конечно, понимаю, что в игре работает ебаный автолевелинг. Но, с другой стороны, тоже слоноебство, которым знаменит тот же World of Warcraft, к примеру. Когда ты залетаешь в локацию, а тебе такой, дружище, ты не туда зашел. И радостно тебя ебут. Так, почем нас возьмет Ольм? По, ну, где-то по 350 можно брать смело. А, здесь по 3. Так, напомню, у нас была 21 тысяча где-то. Ну, 22 даже, можно сказать. Ну, сейчас у нас просто вот road to Белас, нахуй. Просто road to Белас. Мне интересно, сколько это машина смерти будет стоить. Потому что миротворца, допустим, я себе брать не хочу. Да, батлится он гораздо эпичнее. Но с другой стороны, мне важен больше фрейтовый объем. Я играю от фрейта. Так, Ольм, купи металлолом. $24,000. Так, что по транспорту? Вен, молоковоз, Урал. Херь. Херм. Так. Пуки. Взять спрута с азотом, что ли? Я ж потом опять из долгов не выберусь. Так, бармен. Конечно, я согласен, пацаны. О чем вы? Это вся нефть, которую могу купить. Также. Спрут. А почему с азотным охлаждением спрут, сука, дешевле, чем обычный? Так, 25, 300, 900. Точность 56. У него меньше коды, но он дешевле? Это, блядь, как? Ну, надо ли говорить? Так, заправить. Да, спрут на среднюю кнопку, наверное. Короче говоря, это увеличенный КПВТ на стероидах. Так, в Минине можно затариться дровами и отвезти их обратно. Профита никакого, блин. Но, тем не менее, я буду трезвый. Так, тем более у нас сезон охоты, по идее, идет.
Так. Подаем овсянку тут. 1300. Так, разворотик. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Только ни хрена не нашел, но это уже отдельная история. Что-то бандюгов нету, блин. Интересно, спаунрейт можно поднять? Хотя, с другой стороны, будет слишком уж плотно. Опять же, распределение орудий по группам. Как бы так помягче-то сказать? Помогает нам. Вести непрерывный огонь. Так, Фотерлянд. Я, конечно, люто сглупил, когда начал собирать деньги на помощь бандюкам, потому что я, в принципе, мог атаковать парочку дотов, купить взрывчатку и подорвать. Но это уже спойлеры, если упадете по другой линии. Просто знаете, что так тоже можно было. Хуёво, когда локации зачищены. Ловить становится клинически нехуй. Так, Фотерлянд. Так, это дорога на Риджин. Минин. Чё там по товарам? Так, Минин. А, дрова. Которые у меня нихуище не купят в Пеште, к примеру. Ну, в Минин смысла заезжать нет, если только так последние новости узнать. А еще погода говнище, только амортизаторы на моих колесищах поблескивают. То есть на этом конфиге Урала надо как бы подавать чуть на правый борт. То есть пытаться как бы танкануть правым бортом. Тоже крузачок. Пытаться как бы оттанчить правым бортом. А что? Вот эта штука не может палить налево. Ну и естественно, вражина должен смотреть тебе в нос. Потому что иначе не пашет курсовой пулемет. Опять грохочет. Да что ж такое-то, а? Денег у меня, естественно, хуй да маленько. Потому что что-то купить, ну, не вариант. Ну, такие задания лучше брать, конечно. Да, хочу проехать. Ну,
Теперь ныряем вниз, и если я все правильно помню, мы выскочим в край. То есть в стартовую локацию. Ну, когда мы уезжали на стоковом жуке, вернемся мы, сука, уже на прилично так упакованном Урале. Только что-то я врагов не вижу, не находите? Чё за хуйня? Дайте-ка попробую покопаться в настройках геймплея. Уровень сложности бывалый. Так, да, нам прямо. Угу. Это вот заправка на въезде в регион. Вообще у меня сейчас задача исключительно фарм. Фармить-то, сука, и некого. Не к чему просто руку приложить, вообще пиздец какой-то. Ага, вот он, выход в край. Ощущения схожие с выходом после X-18, когда она через темную долину ломится. Помните? На юг. На кордон, там, где улучшена бандючая куртка лежит. Да, мы в краю, ребятки. Заправка. Южный. Не насосал, заработал. Да и южный надо добавить в список для сохранения цен. Чё почём они купят? Хотя даже знаю, что и почём они купят. Стопы. Так, если мы через край проскакиваем в риджин. А, нам, в принципе, до задницы. Круг замкнулся. Колесо сансары, сука. Естественно, дозаправочка. Пиздец. Не к чему руку приложить. Так, что по тачкам? Только Вен могу купить. Но толку мне от него. А, блядь. Ну, это, естественно, продажа дров. Почему-то, а не картошки. Хотя, с другой стороны... Если я сейчас в восточный завезу, хотя нет, тоже дрова. Ближе, поэтому смысла заезжать нету. Так что дров я и здесь куплю. Блять, а мне их и здесь продадут. Это пиздец какой-то.
Торговать вообще нечем, одни дрова. И фармить тоже некого. Что за пиздось? Что за пизда огурцы? Тише, пацаны, не видите, я еду. Весь такой большой и грозный. А чё так рыбаки прихуевшие? А, понятно. По долгу службы. Уж думал, у меня пулемет начал самовыебываться. Так. Ну, короче говоря, едем обратным путем на Футерлянд. Я-то думал, хоть кто-нибудь мне попадется, чтобы кому-нибудь гычу взломать. Просто устроить взлом жопы, а мне тут писюн. Писюн. Дайте хоть сюда съезжу, пошарохаюсь. Называется, я в рот ебал сюжетку. Поеду пофармлю. Вон тут какое-то очко дьявола. Там еще одно. Здесь где-то должны быть еще села, в которых можно будет закупиться картохой и привезти ее в Южный. Чисто ради фана. Блять, я круг навернул. И ни единая, блять, на меня не выищет. Вот здесь я не катался. Может быть, здесь кто-нибудь начнет выябываться. И вот ни единая, блядь, на меня не бычит. Вот как так-то? Позвольте спросить, господа мои хорошие. Даже с прута привлекать не пришлось, ёбаный налагазил. О, ящик. Да, блядь. Хорошо. Ну туда еще какая-то дорожка ведет. Так, по-моему, поехал нихуище не туда, но тем не менее. А, вон еще ящик. Пять дрова, да ёб твою мать-то. Я так дровяным магнатом стану. Это как из лиги плохих шуток. Зачем во время секса брать с собой топор? Все потому, что я баба бревно. Ну и в таком духе. Блять. Я, конечно, все понимаю, но этого я нихуяшеньки не понял. Сейчас мне надо будет уйти налево. Если я правильно проглядел в карту, да. Там, наконец-то, должен быть какой-то поселок, в котором я, по логике вещей, должен, блядь, купить картошки и привезти ее в Южный. Чтобы хоть что-то с этого ебанутого и, в принципе, не очень-то нужного для сюжета трепа заработать. Он сказал, не вышло. Сука, да что за ушлёпство?
блядь. Может, тогда вулкан переставить на место курсового, КПВТ сделать задним. Да, ништяк. Чтобы основная дамага, так сказать, влетала по самой небалой. Что-то все чересчур спокойно не находится. Такое ощущение, как вот здесь вообще никого из бандюгов не видели уже кучу блядских лет. О, дороги. Картошка, действительно картошка. Так, если я привезу ее в Южный, сколько я получу? Картоху они купят по 253. Заебись. Проблема в том, что ее тут не сильно много. Так, да и оружия у них нет никакого. Еще и шершни заодно. Блять, неужели хоть кто-то на моем пути встал? Да вообще, я думал, сдохну со скуки. Просто Урал в токийском дрифте. Ага, все раскуплено нахуй. Так, оружейный рынок. Тоже мимо. У меня было штука 300. Если я сейчас расформлюсь... Если я сейчас расформлюсь, нападет на меня кто-нибудь сегодня или хуй? Ты что-то реально заскучал дико. Сейчас это картоху в Южный и нахуй дальше на сюжетку. Не, подторговываю, конечно, по пути, но торговать-то мне особо нечем, в чем вся проблема. Потому что товара везде немного. И получается, по крупицам закупаешь, да и денег у меня сейчас в обрез. Из-за того, что я спрута все-таки прикупил, блядь. Но с другой стороны, выбивать мне тоже особо не с кого. Так, 23 минуты, ну в принципе, успеем еще доехать, хотя бы до Ольма, успеем, если ща прям втопим. Заметьте, мы начинаем ездить все быстрее. На жуке мы ездили где-то 90, и то едва-едва. На молоковозе сначала порядка 110, потом кое-как в горочку 120. И сейчас на Урале 140 едем.
Так, а куда мне надо? Так, специальные предметы. Сигналка, блин. И опять же, пасхалочка, про которую говорил, диск магии войны. Бука подъебала. Так. Ну и Таргем там тоже отметил, потому что Таргем Геймс именно разрабатывали магию войны. Ну, а то, во что мы играем сейчас, легло в основу Кроссаута. Да-да, того самого Кроссаута. Да уж все, не прекращается, я уже вторую серию снимаю, лишь бы убить время и потом спокойно пойти в магазин за куренком. Вот как так-то, а? Вот как, сука, так? Так, куда я, блядь, вообще топчу? Какой нахуй хель? У меня я в Футерлянде. Угу, то есть мне нужно пересечь дорогу в пешце. Вот такая вот бородень. Ой-ой-ой. Не сразу понял, что происходит на самом-то деле. Ну вот и хули ты встал посреди дороги. Так. Дровище. Так, зайти в бар. Сука. Да, хочу. Господи, еду как бухой просто. Так. На самом-то деле. Так. Я тут с человеком возможность стримов обсуждал. Так, чё? Блять, Минин опять продает дрова. Ну, сука, это ёбаная, а. В принципе, можно в Минине закупиться дровами, а в Ольме их продать. Маза, в принципе. Так, перезаряд очка. Так, сейчас в Минине закупаемся дровищами. А может все-таки продать нахуй спрута, а? Вдруг выбьем сейчас что-нибудь пиздато. Конечно, денег потеряют дохуище.
Ой, я, кажется, чувака раздавил случайно. Извини, брат, не заметил. Так, улыб очка, потому что я ставлю свинину. Я ставлю ебаную свинину. Денег нет. То есть вообще. Так, а у меня, по-моему, два квеста на горные шахты, нет? А, вот так, вот. Так, горные шахты, это где? Блять, а хотите прикол? Я хуй мигрирую. Ж горные шахты находятся за мостом, который я преодолеть не могу по причине тотального отсутствия баблишка. С другой стороны, у меня есть свинина. Но топлива у меня исчезающе мало. Поэтому, ребят, как-нибудь... Когда-нибудь. Так. Угу, тут у меня получается дорога на Хель. Ракетная установка, система самонаведения. Ебать копать. Три полных боекомплекта. Должно получаться ебать копать. Так, вот только я куда-то опять не туда еду. Действительно не туда. Да ёб твою. Хотя, с другой стороны, там кишка есть. Судя по карте. Так, топчем дальше. Угу. То чувство, когда денег нет от слова вообще. Угу. Нашлась дыра. Да, хочу покинуть. Так, теперь мне надо как-то съебаться. Так. Так. Ольм продаст мне нефть. Так, заедем сюда.
они нихуя не продают. Это очень весело покупают. Нефть, к примеру. Проблема в том, что мне продать даже нечего. Ебись ты, колотись. Поэтому мне, во-первых, надо кого-то изнасиловать. А во-вторых, поехали в обход. Мне нужно хоть что-то, блять, выформить, чтобы на эти деньги прикупить немножечко топлива. Я вполне близок к тому, чтобы сделать ГГВП. Либо тогда придется продавать стволы, чего я крайне не хочу. Проблема в том, что у меня уже полбака осталось. И это меня напрягает. О, салон? Да ну нахуй. Слон? Что если я поставлю вторым номером вместо КПВТ? Слона? Да и дамаг от нее знатный. Кто выебывался? Меня еще и погрызли, да как так-то? Проблема в том, что мне даже починиться не на что. Так, слон 10600. Продаю КПВТ. Вот это вот все добрище. Так, у меня 4500, которых, в принципе, хватит хотя бы на топливо и на конструкцию. Так, 4000 у меня есть, уже хорошо, поэтому поехали. Неужели начался экшум? Вот как так? Блин, как же он тяжело в гору трогается, собака. А это все из-за свободки. В смысле, из-за свободного дифференциала. Хоть сейчас мне экскаватор валить не придется. Так, закатываемся в ебало подводной лодки. И, в принципе, пилим обратно.
упс, ёпс и так далее. Аккуратненько, правым бортиком. Здорово, пацан. Станковочкой со всеми понтами. Я вот не могу понять, с каким периодом обновляется список товаров. То есть написано, что они мне продают машинное оборудование по 2200. 14. Уже по 1790. Поэтому я покупаю 2 единицы и везу их в Улук по-любому. Благо до Улука тут ехать-то. Хуйня момент. Да ну нахер. Макс? Короче говоря, 10 штук я еще сверху завез. Что-то меня развернуло не в ту сторону, а? Блин, какая-то такая херня с кучей пушек прыгает. Выглядит это эпично. Но нам нужно в город. Продать это ебучее рабочее оборудование. Ебучее оборудование, блин. Вмазался в дот. Десять штук. В принципе, можно слона продать и на его место воткнуть КПВТ. Цена вопроса 6 штук. Или даже вот так. Вектор. Как говорится, спецназ в атаку, еблось все в сраку. Девяносто тысяч, нихуя! У вас аппетит. С другой стороны, я так не слабенько заработал. Рабочее оборудование они купят по 3209. А куплю его там по 1896. Так, а чё по бутылкам? Здесь я куплю по 4800, а продам по 8. Заебись. Так, 4 ящика бутылок. Да, серия получилась больше похожей на стрим, на самом деле. Срежем
Хотя нет, не срежем. Там нас дико хотят видеть. Ну чё, покажем, кто здесь папочка. Кто там выебурил-то, я не пойму, а? Я думаю, это шкила ебаная. Хуяк. Поедем по дорогам, вдруг что нафармить еще удастся. Шершни падают, да что такое-то, а? Бля, ну зацепил, ну извини. Спецназ в атаку, ебись, все в сраку. Почти 35 тысяч. Так, теперь-то я могу набрать рабочего оборудования по почти 2000 и продать его где-то ближе к 3. Так, 2691. Так, у нас было 30 штук. Короче говоря, это последний рейс. Я уже и так конкретно перетянул серию, поэтому хватит, наверное, столько. И надо бы засейвиться. Чисто по памяти так подкинуло. Въебывают как надо. Срез очка до улука. Заебись. Следующий рейс будет нерентабелен. Так, а что касаемо бутылок? Ну, по 5 штук, если я их куплю. Продам по 8, заебись. Ну, на этом я, наверное, предпочту прерваться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и... Наверное, все-таки пока.